Сейчас в Альметьевском филиале Республиканского многофункционального центра оказывается более 150 видов государственных, муниципальных и дополнительных видов услуг. Наиболее востребованы те, что касаются деятельности управления Росреестра, налоговой службы, пенсионного фонда, а также Министерства внутренних дел. В 2019 году перечень предоставляемых услуг расширился. Это выдача справки о причислении граждан категории предпенсионного возраста, прием заявлений на выплату ежемесячного детского пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременно пособие по рождению ребенка. Прием заявления о включении в список сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Прием и выдача биометрического загранпаспорта нового поколения, содержащий электронный носитель информации. На данный момент услуга осуществляется в здании МФЦ сотрудниками МВД России один раз в неделю. Кроме того, в МФЦ полностью переданы услуги по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Раньше сюда можно было только сдать документы. Получать паспорт нужно было в миграционной службе. Теперь все в одном месте. Также среди новшеств 6 дополнительных услуг БТИ и ряд направлений деятельности налоговой службы. С февраля 2019 года в Альметьевском филиале МФЦ стало возможно получить свидетельство. Организованное электронное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с чем получить данные услуги при обращении в МФЦ можно без уплаты государственной пошлины. Те, кто решил оформиться в качестве самозанятых, теперь могут получить в МФЦ консультацию по специальному налоговому режиму и по условиям регистрации. И прямо в офисе центра им помогут зарегистрироваться и скачать мобильное приложение «Мой налог». Ангелина Хабибуллина, Людмила Воронина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.